Сборная Курской области по баскетболу стала двукратным чемпионом России среди девушек 2004 года рождения. Матч за золото против сверстниц из московской Тринты прошел в Ногинске. Обе команды показали яркую и красивую игру, а накалу страстей могли бы позавидовать и взрослые лиги. У всех игроков, вышедших на площадку, была только одна цель – завоевать чемпионский титул. Тринта в этом сезоне еще не побеждала Курск, так что встреча могла закончиться громким реваншем. Обе команды то уходили в небольшой отрыв, то теряли преимущество. В нашей сборной основной ударной силой стали Яна Эльберг и Олайри Косу. Их 70 очков на двоих принесли курянкам победу. Итоговый счет матча – 87-91. Эльберг стала лучшей разыгрывающей первенства, а Косу второй год подряд признается самым ценным игроком турнира.